Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем с вами готовить рецепт из моих рационов на день, которые я вам предлагаю с рассчитанными к БЖУ. Это сырники шоколадные с шоколадом. Для начала нам понадобится 300 грамм творога. Добавляем к нему одно яйцо среднего размера. Обращаю ваше внимание на жирность творога. У меня 2%. Именно для него понадобится то количество муки, которое я укажу. Если у вас будет 5%, то муки понадобится гораздо больше. Я взяла 60 грамм муки и примерно 40 сразу добавляю в тесто. Остальное оставляю на обвалку. Смотрите на то, как будет лепиться тесто. Если что, можно добавить еще немножко муки из той, что оставили на обвалку. Добавила 10 грамм какао в тесто и все хорошо перемешиваю до однородности. И буду проверять, насколько хорошо лепятся сырники. Для данного конкретного творога у меня обычно уходит на порцию 50-60 граммов муки. Итак, нарезаем также в начинку 30 грамм шоколада без сахара. У меня был молочный шоколад марки Победа. Можете использовать тот молочный шоколад, который вам нравится. Добавляем все в тесто тоже. И все хорошо перемешиваем до однородности, и можно будет уже сырники формировать. Я вижу, что тесто не влажное, и муки больше не понадобится. Остается только добавить сахзам. Если вы будете кушать со сладким топпингом, то сахзам можете не добавлять. Я знала, что буду есть со сметаной, поэтому добавила 2 грамма сахзама, которые эквивалентны 20 граммам сахара. Все снова хорошо перемешиваю и условно разделю весь объем теста на 6 сырников, для того, чтобы сырнички были одинаковыми. Это у меня порция двойная, то есть этого хватит на 2 завтрака. Далее формирую шарик, обваливаю его в муке оставшейся. И с помощью стаканчика формирую уже такую ровную, хорошую шайбочку. У меня в итоге на обвалку ушло лишь 10 грамм, потому что творог оказался в этот раз прям такой сухой у меня. И поэтому всего в сырнике получается ушло 50 граммов муки. Сформировали шайбочку и так поступаем со всеми сырниками. Далее выкладываем их на сухую сковородку и обжариваем. Я всегда добавляю к сырникам еще немного водички, для того, чтобы они не пригорали, чтобы получился такой эффект, как будто они на водяной бане приготовлены. Они получаются гораздо нежнее и сочнее. Мне так очень нравится готовить сырники. Далее обжариваем все со второй стороны еще пару минут. И все, у вас готов прекрасный завтрак на 2 дня, либо на 2 порции. Дополняем топпингом и наслаждаемся. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.